Всем привет, сегодня играем DLC End of Zoe, конец Зойки. Да, на легкой пойдем, так чисто познакомиться. Что там вообще происходит? Зои, за которая помогала Итану, и это за которую я практически что будешь про нее не знаю. Хоба! А, вот, это где? Да-да-да, где я Мии дал. Стала всего одна Зойки. Хоба! И Зоя сейчас распсихуется. Глупо было надеяться сбежать. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Это мой дом, мое место здесь. Пришлю помощь. Забудь, скоро тут некому будет помогать. И уплыли, так ее оставили здесь. Грустно все это. Зоя помогала, помогала. С другой стороны, на что она рассчитывала? Надежда у нее была, что ладится. No! Че? Иви, не надо. Иви, а, Эвелин, прошу, Эвелин. Просто так отъехала. Я думал, превратиться нам кого-нибудь страшного. Не вышло. Ой. А, какого черта вы тут делаете, парни? Это точно она, Зоя Бейкер. Она все жива, сообщив штаб. Зал Зоя? Сэр, вы здесь живете? Что с ней, черт возьми? Зоя, боже мой, что вы с ней сделали? А этим вообще плевать. Огонь не открыли. Ближе не подходи. Ни хрена всех исколотил. Зоика, что они с тобой сделали? Зоя превратилась в грибы. Он что-то аж свисти, по-моему, начал. А что за чувак ты на них накинул? А, такого на облышку был, как бородач. О, все закристаллизировалось. А слушай, мы хотим помочь. Так я тебе и поверил. Какая такая помощь прибывает в боевом вертолете? Ганшип. Вы не знаете, о чем говорите, послушайте. Думаете, я не знаю, кто вы? После всех оживутки тварей. А, которые вокруг бегают. Ну вот откуда они взялись? От бейкеров, блин. Вы все неправильно поняли, вы не понимаете. Это я не понимаю, сейчас зарублю тебя нахер. Видите ту девушку? Смотри-ка она. Это дочурка моего брата, моя племянница, понятно? Одна здесь семья и святое. А вы не посмеете убивать моих родных? Этому не бывать, я не позволю. Да что тебе? Она заражена и умирает. Мы оба, мать твою, сдохнем. Если не свалим отсюда прямо сейчас. Она еще жива, парень. Советую тебе что-нибудь предпринять. Пока не скормим тебя твоим маленьким друзьям. Ладно, ладно. Есть лекарство. Лекарство. Ай, да пофиг, не хочу ничего слышать. Правда, правда. Мы хотели достать лекарство, а ты набросился и все испортил. Они наверняка все еще ждут нас. Ну ты старикан, конечно, да. Да и солдаты стоят. Дали подпустили к себе со спины чувака, который на них напал. Может, он и хороший человек? Может, стрелять в него не надо было? Подпустили? Так, они несли его в старую хижину неподалеку отсюда. Что такое? Чем ты тут размахиваешь? Он там, клянусь. Да, башка. Башка или что, блядь, отчек крыш. Так, мерзкая тварь, которую сегодня увидел, была не аллигатором. Она попалась на одной из удочек. Но я вытащил. Тварь была вся покрыта слизью с огромными зубами и когтями. Она потянулась ко мне, но я успел дать ей в морду. Никогда бы не подумал, что увижу такое. У кого-то ведомство проводит секретный эксперимент на людях и животных. В этом я не сомневаюсь. Теперь понятно, почему тут летает вертолет. Вы крокодили. Так, ты пока лежи. Чук ножкой. Прям, Зоя, ты моя семья. А family.
Оба, а это кто визит? Ой. И, блядь. Ух ты. Так, подожди, что у нас есть? А нет защиты. Ой, блядь, Ля, я понял. А нет, не надавали. Пойди, не давай. Блять, пособие. Открывание какое. Так, туловище у них прочное, но голова мягкая, как их убивать. Быстрые удары, то что надо. Когда они зашатаются, быстро врежь левой и правой. Правой, левой, правой. Блять, правой. Ой, блять. Левой, правой. Блять, сука. Нокаут. Когда они подойдут, растопчи их голову. Пригнись, подкрадись с ним сзади. Когда они тебя не видят, так можно. Так, в общем, я понял. Какие-то комбы есть. Первого знает. Ой, ситка зачем? Как ситка? Так понимаю, для лечилок, да? Так, карту давай посмотрим. Ой, сзади комната, дверь. А, он закрывает своей тушкой. Так, ладно, сбросим пока эпоксидку. Ой, инвентарь, смотрите, какой полный какой. Стальную тогда возьмем. Нет, это перезарядки нахер. Все, сохраняемся. Опять сохраняемся. Так, что у меня боксерская какая-то херня? А, там монстр все-таки. Чуть-чуть такое. Нахер мне личинка. Живое существо можно рекомендировать с эпоксидом, чтобы создать лечебный предмет. А, вместо травы? Ни хрена себе. Ну вы придумали, а траву-то нельзя? Блять, кто там рычал? Блять, сэр. А, ты такую хрень такую стираешь, что? Пец. Я его сразу голыми руками разнесу. О! Такой стимулятор боксера небольшого, да? Только поворотов нет. Нырков. Ну что, тихаря попробуй. Он делся-то. Die, motherfucker. Второй. Да, крутой ты мужик. Я вообще как бы все, вопросов нет. Пришел, открутил бошки. Сильный, видимо, очень. Утки. Так, и что, все? Так. Оба. Кто тут? Боксер. Нахер боксер. Боксер, жуткая кукла, используемая для черной магии. Каждая такая кукла в рюкзаке дает ак силы атаки, увеличивает, нихера себе. Интария.
Так, ну. Боксер. Че ты, драконожка? Бокс, это вам не шахматы. Здесь думать надо. Так, сука, кто там, блядь? Кто дверь, кто закрыл? Еще и боссу будет, я так понимаю. Че ты, мужик? О, да, я тоже думаю, нихера у тебя. Тик. Лекарство. Что это? Медицинский препарат, лечащий инфекцию, вызванную мутамицетом. Типа Е. Должен вылечить. Блять. Да, сейчас что-то будет. Ладно, пошли. Ау. Да, ты наступил ему на это как. Че, не пускает? А. О, блядь! Дай ему. Да, о, блядь, ты смотри! А, блок еще есть. Дал. Сука. Да ты полз-то. А, ручонки. А всю дорогу меня будете, да, сейчас преследовать? Так. Да, блядь, ладно, побежали, чё. О. А чё, чё, чё? Бегу, бегу. О, бля, крокодилы. Отравленные или чё с ними случилось? Дали какие-то страшные. Так, сохранить. Ну. Пошли. Крокодил меня не хочет. Ой, она уже тут дохнет. Кто? Поехали. Хоба! И забирай ее отсюда, дом горит. Ну. А черт подери, почему оно не действует? Это ведь не полная доза. Этого мало, нужно полная, чтобы вылечиться. Че вы в доме так горячим нормально лежите? В базе есть еще. Развяжи меня, я тебя провожу, пожалуйста. В базе. О, бля. Все, пипец тебе, чувак. А ты думал? Ой. А! Половинка тела чувака вылетела. И опять все пропустил. Ты туда не пускаете-то? У него аккуратнее кишочки лежат. Так, Зои. А! Блять, вот давай, бери ее, ну. О! Ни хрена себе. Надо двигаться дальше. Давай, давай. Ты куда? По огню? Ой, тут сразу все так хорошо заполыхало. Побежали, бля. А, по воде, бля. Уже как будто фильм уже запучился, да? Есть немножко такое. Тормозами даже. Ладно, поехали. Лодку заводи, там чувак под водой лазит, тут неприятный на вид. И характер поведения у него соответствующий его роже. Знаешь? Все, убываем. О, вон, бля. Терминатор. Ах ты, говорит, козел.
Лодку можешь водить, взял свой. Да провалились оно все. Оба. Солдатик сказал, они свои микстуры хранят на какой-то базе. Сейчас он такой, опа, вот и база. Блин, пожалуйста. Какого дьявола здесь делает эта стена? Вон еще сарай какой-то. Вот оставил свет включенным, а мне это и надо. Да? Как вы тут в болотах своих тихих не услышали, как такие стены монтируют, а? Так, не переживай, за еще чуток осталось. Сейчас новый амбар ее положишь, да? Стараться невозможно вместе с Зоей на руках. Было бы забавно. Так. Ты чё? Гейтер. О! Куколка. Оба. Убирайте убить, чтоб... А, чтоб крокодил на меня не бросился. Ай, бля. И нахер. Сейчас крокодил где? О! Там уже он... То ли танцует, то ли монстром стал. Вот сюда тебя положить, да? Ага. Подожди, меня тут недолго брезут, тебе кое-что полезное. Надеюсь, быстро не получится. Так, чего у нас? Во-первых, да? Опять вот их... Боевитые у меня две, сколько интересно. Все равно не больше 10, я думаю. У меня монеты тем более есть. Крокодилу можно в башню дать? О, блядь, нихера себе. Вот это пропал, бля. Я специально залез. Так, кусты. Вообще нихера ничего не слышит. Так, сзади дверь закрыта. Я думал, солдатик здесь стоял. Хера нет, да? Он кругами шляндает. Ой, как он меня не заметил. О, личинку забрал с микроскопера. Ой, падла. Быстрый козел. А, он перекрывает дорогу, прикинь. В лицо с ним. Нет, нет. Вот так вот, да? О, метательное копье. Оно, видимо, у меня. Да. Видимо, одна штука. Хер с ним подерем.
тыщ. И за это, я же что-то все эти комбы все равно на легкую сложность. Копье будем копить против босяры. О, еще. Сколько уже? 3%. 3% это вообще ничем. Какие-то значимые цифры начинаются от 10. Следующий приказ подлежит немедленному исполнению. Утомиться на воле в болоте. Он будет мутировать по мере встречи с другими организмами. Нельзя допустить, чтобы он добрался до склада медикаментов. После мутации они станут бесполезными. Нужно перевести станцию по синтезу препарата на колесный пароход. Да, сами ребята, не соскучишься на колесный пароход. Ну, перели что ли? Тик. 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 Оборудование. Ну, дальше. Это вы меня тащите. Это медицинский склад, сарай для лодок. Там дверь опять. А, это там на лодке. Ой, здесь босс будет. Нихера себе. Ну, иди сюда. Ой! Оп! Блядь, дебил. О! А, нихера себе! Дырков. Чё, блядь, промазал что ли? Ой, попал. Хорошо. Дай сам, блядь. Бошку тебе давай сломаем. Уж ты нас не потревожишь. Че ты ему бошку-то не раздавил? Дед, старый. Ой, бля! Вот я про это и говорю. Да хорошо, говорит, разбил мне уже все. А че? Опять встанет, блин. Карта. Ой. Карта, говорю. Ага, он скакивает. Боксерчик. Заперто с другой стороны. Ну и что у нас там? И пофигу. Хранились опять. И побежали. Животинок. Даю. О, копья. Крокодил. Ой, блядь, в рукопашный поединок вступ. А, нет. Вообще побежали. Ой, блядь, еще один. Ой, еще один. Ой, этот плывет на меня, блядь, скотина, прыгнул. Эй. Ай-яй-яй, уходим, они догоняют меня. Главное, сейчас еще на одного. Вот вон он как. Ага. Бля, сука, ты где опять там пищишь? Вон он. Фу!
А сюда. О, выход какой-то. Копья не хочу тратить. Ой, а нахер. Ломайся, блядь. Еще кому там что сломать надо? О, полетел. Да ты там направился в полет. Уф. Так. В общем. А, это у нас тупик просто. Крокодил, блин, затыканный. Сколько у меня метательных копий? 6. Крокодильчики у вас болеют. Он в пятнах каких-то. Валдырях. Противных. Так, ладно, пошли. Подщу. Где там этот? Давай в этот раз копьет и мет. Какой активненький крокодил. Блять. Бля, сука, достал как-то. Экономный валерьян, нажимай. Ух. Дошли до какой-то. А, еще дверь откроем, давай. Кто это тут? Ой, она не здесь. Она же на лодочной станции валяется. Открывайся! Полезли вверх. Так. Что тут не валяется? Опять. На корабль что-то даже не посмотрел нормально. Ты на корабль что ли лезу? Или это тот пароход колесный, о котором они говорили? Типа нахер нам база современный, мы колесный пароход надыбаем. Точно! А нет, это трап какой-то агремент. О, металлолом зачем-то. Да, что-то собирать можно. О, огромные ворота. Лезу. Ага. Стекла сипану выбивали. Так. Рубка. Так, не, надо с той стороны тоже пройти обязательно. Там боксерчик валяется. Сразу хорошо сделал Валерьяныч, но решил проверить плохо, как делал. О, покрышка. А, во. Сколько боксерчиков? 5%. Ну, 5% это вообще какой-то необходимый минимум, чтобы хоть что-то заметно. Сейчас мы в трюм полезем, да? Как не хочется. О. И сюда. Ой. Сука. Рожа ты, блин. Не нравишься ты мне, мужик. Ну чё ты ему ногу в голову не наступит? Ну не наступит. Сколько лечилок? Лечилок 3, хорошо. Фу, скалоп. Ага, в начале игры мы же скалопендру Гришу познакомились и его приятелями.
Че ты на свет не реагируешь? Что ты? Все загнулся? О, куда-то лезть можно, нифига. Тут что-то куча переходов каких-то. Ладно. Понятно. На, вниз. Прежде чем пойдем вниз, давай обыскиваем территорию. Частик. That's gotta be the medicine. Вот сейчас. Неси. Ладно, я понял. А, ты просто слабосильный, да? Все. Ломали им тебе жизнь. О, боксер. Ну, цель... Всех боксерщиков не найдем, не будем тут задрачивать. Пошли вниз спрыгивать. А, ящик. Чинка. Ты тут... О. А, вот копье можно сделать. Ага. Ой, это... А, это... Можно их так жрать, да? Идет... В болотах-то совсем одичал уже. Насекомых жрет. Этот не видит, что у него приятели. Так. Чемпион! Чемпион сколько? А этот 5 к силе атаки. А вот уже один. Вот внутрь. Нет. Так, не... Бля. Фу, бля, сука. Э, кому? Чё, кого, блин? Бросили. Проем, сука. Капец. Так, вопрос интересный. И работают ли на него копья? Ага, внутренний проход надо там. А, он приперся, прикинь. Да. Все втроем пришли меня бить. Помню вам, припомню это. Так полезли. О, офигеть, у меня там урон уже 16. Палка.
Давай сделаем. 9 копий, я вообще опасливый. Пошли дерево, ой, дерево, вынесем вам. Че нет? Ну тут должен какой-нибудь быть босяра, какой-никак. Сейчас я возьму нужную, а еще. Возьмись. Сколько у меня процентов? 17%. Синтезируем сейчас. Что? Да-да-да, постучи точно сейчас. Лучше будет заработать, а сломается. Ну! А, ты так и сделал. Так. Ой! Блять, а сохраняться-то? Сохраниться дай мне. Ой, что-то у меня за что-то схватил. Кинет сейчас просто, оказывается. Ой. Сохраниться надо было до этого, я правильно понял. Чёрт, боксёр! Опа, бля. О, еще один удар. Блять, пинается, сука. Ступаем. Ходим, то есть. О. Пизду. О, он тут отпрыгивать умеет. О, бля, хорош. Давай, он комбо тоже херачит. Понятно. А. О, ни хрена себе, он перевернулся. О, бля, с ноги, сука. Давай полечимся. О, броски херачит. Захваты, то есть. Че ты какой-то, блядь, сильный чувак. О, блядь. О, бля, ни хера себе комбо. А. Давай, давай, давай. Опа! Вот так это делается. Ашка такая. Летела, зря ты выкинула, она еще думала. Нифига у тебя ручонки-то. Я иду за. Что там, бля? А, дверь сломалась просто. Так, босярик, я не сохранился, главное. Валяется его. Бошку туда выкинул, мне кажется, еще с ним придется встретиться. Ну, может, другой кого-нибудь будет. Крокодил там мутировавший. Так, не говорите, что опять в болото крокодилом я вышел. Так, так, так. Вон там она тусует. 7 копий. А, я по другой дорожке какой-то. Я прибежал. Ага. И этот сарайчик открылся. Сейчас живем. Так, больше здесь ничего нельзя. Сохранимся, блин, в этот раз нормально.
А не тогда, когда босс начался. Давай, втыкаем к тебе. Принес тебе лекарство, Зойка. Тебе лучше станет. Блять, да я же говорю, он нихера. Оба, он утащил. Обещу зачем-то. Нахер тебе баба, я не понял. Ты, старикан, неумеха, даже не мог ее обезопасить. Ты ее еще, кстати, одну оставил рядом с водой. Ты не возникало мысли, что... Поехали на лодке. Ну там кто-то может вылезти, крокодил, например. Зои, где ты, девочка? И ты, родная. А, вон. Поворачивай! Оставь мою семью в покое, ублюдок. Нет, он сам управляет. Что? У меня получишь, да? Или сейчас биться будем с ним? Как в четвертом Резиденте, на лодке. Против огромной саламандры. Нет, просто плывем. Окей. Все место отправилось в ад, он сказал. Дословно. Да, что-то все гниет у вас. Он должен быть где-то впереди. Прикинь, его не будет впереди. И просто не в ту сторону поплыл. Я там щала свою. Так, понятно? И интересней. Ау. Петь. Вы мне лучше это. А, опять лечил. Я така. Оба. Че можешь что-нибудь найти? Ветаку какую-нибудь. Эпоксидку. Так, крокодилы сейчас на бросятся на. Нет. А, это. Ты смотри. Не то. Окурки. Ой, лангусты. Раки, по-моему, вообще обычные были лангусты. Оба. Что у нас? Блять! Пас! Обычный. Смотри, он еще поворачивает. А вот теперь необычный, блять. Пошел ты! Видал? Так, это ямба. Аккуратненько. А, копье вон, давай. Эй. Холодильник открыл. Все. Что ты сопишь? Кинем что? Кинем палку бы. Все равно ведь на меня бросишься. Опять лангуст. Все равно бросишься. Ну ты залазь, залазь. Так, все, я тебе. Преследуйте болотную. Патрулирую территорию. Крокодил, ты че?
Опять еще один. А еще с меня. Мамочки! А еще один. А, укусил все-таки, блядь, скотина. Бля, вы задр... А, я отвернулся, этот... Этот пропал, другой выдернул. Опекс. Ну, чё ты здесь стал? Пойдем, обойдем. Они там с двух сторон зажали, и вот этот еще. Ой, еще тут. Блядь! Петина. И здесь. Нахер я сюда пришел? Блин, я думал... Редко какая-то. А здесь нет никакой. Что там с чем? Стоять. Значит, живое существо плюс эпоксид, палку, понятно с чем. А это что такое? Самодельная бомба. Отдельная бомба. Круто. Да бед, да? Блин, ну ты жрешь всякую гадость. Хоть бы приготовил, бля. О, сколько у меня? 20. Ой, 19%. Ты козел. Дарю. Да всю херню тянет. А, блин, сразу вот такого. Нахер ты, валерьяныч, нырнул? Получил, да? Дужак. Так, иди. Один. Блядь, и крокодил есть. Так, лечимся. О, нифига себе, чемпиона взять не можем. А, все, можем. Правильно сюда залить. У меня теперь 24 плюс. Монеты атаки я набрал. Где? 4. Что за херня впереди? Мне уже туго стало. Куда? Морально. О, бомба. Правильно. Там, блядь. Бывает. Так, хоба. Защита. Давай возьмем одну монету защиты. Пошли. Все, я тебя, я вас понял. Так, здесь не перелезть. Крокодил патрулирует территорию. Ай! Сука, ты задрал нахер, где ты там вылез? Еще один. Блять, с двух сторон, в общем. Шел ты нахер. Блин.
это особо. Этот что, меня преследует, скотина, ну? Бля, тут какой-то лабиринт. Я не понял, куда идти. Всё, бедахи. Чуть-чуть, блядь. Чё, да, я врубиться не могу. Ладно, полезли наверх. Наверх, что ли, перебираться надо? Блядь! Опять упал. За херня. Аккуратненько еще надо идти. Иначе шлепнешься. Сейчас я крокодилов раз не могу вшатать. На тебе-то отыграюсь. Эти монстры такие, блядь. Ага. Чудо, да вы что, какие бесконечные? А, всех затоптать вас надо. Все, разлеглись. Пью! Набежали эту. А, предполагалось, что нужно было от них сбежать, что ли? Так. Сука, ты чё сразу? И со всех сторон крокодилы активизировались. Ну, говорит, тебя, приятель, так долго ждали. Без тебя и жизнь не мила, вон, чё там, попьяного. Блин. Пошёл ты, бабочки. Ай, всё равно закусил меня. Так, я понял. Все. Он ждет. Стоит меня, ждет, улыбается, скотина. А это с другой стороны. Это нахер? Сука, страшно. Фу. Крокодилы. Блять, ты еще тут пришел мне. Вот тебе. Крокодилам скинуть, пусть питаются. Ножку ему отдавили. Блять, еще один запрыгнул сразу. Где ты там? Фью. Так, чё вы тут? Американский футбол. Подожди, я тебе просто похере немного. Так, вон опять. Копья. В общем, копья здесь расходный этот механизм. Боксерчик, сколько у меня теперь, блин? Ну иди, иди сюда. Все. О, нифига себе. Крокодилы,
все такие сразу проснулись. Еще боксер. Опья сталь. Говорят. А копья наверху оставил, Валерьяныч. Даешь. Ломал тебе все. Этому давай тоже сломаем. Второму. Отъехал. Притворюсь, как я говорю, мертвым. Забьют опять рожу мне. Кто? А. Так, давай сломаем. Ты что стоишь? Уф! Нихера себе! Блядь! Крокодил. Крокодил не ловится. Не растет кокос. Уф! О! Тут куча мертвых крокодилов. Бивочное было. Че? Так, ух ты, блять, он. Стоял. А куда идти-то? А вон. Так, давай сейчас лангустов будем жрать. Нет. Еще живого. Фу. Вон крок. А че это? Бля, там. Давай этому хмырю сначала. Башку разнесем. Ломайся. Так, берем копья и пошли. На тебе впасть. А, вон еще боксер. Все бежит. Нет, у меня сейчас какой урон-то? Я вообще сейчас уподобился Майку Тайсону, наверное. 4 это 20 и 32%, но 2% бомбу, 3 бомбы. Дай пождать. Че он только этих очков скушает? Давай скалопендру. Все уж там. Все, дошли до куда. Еще нет. Мне не хочется больше лазить крокодилами. Крокодилами развлекаться. Где? Оба. Еще один. Что у нас по карте? Карте у нас не идет. На кладбище вылазим. Но. Точно.
Аптека. Сейчас на кладбище будет что-то. Боксер. Ты это завершил? О! Эй! Эй! Нет, этих... Всё, взрывайся нахер. Эдэш, блин. Разнесло толстожопого чепушилу. О, блин, антураж-то. Берден. Древес еще порубленный должен. Коба? Ага. Все, я понял. It's a goddamn sacrilege. Это святотатство. Ай, с копы. Так это твои родственники, кстати, замутили. Коба. Блять. Ух ты. Я ж тебе голову открутил, козел. О, родственник какой-то. Джек, точно. Точно. Родственничек у него. С башки снял у него. Кальп. Наросший. О. Ты меня хоронить собрался? Чёрт побери, Джек, брата родного не узнаешь. Не смегай, не трогай ничего, черт возьми, выпусти меня отсюда, мы же семья. Да как ты мог со мной так поступить? Джек, мать твою, выпусти меня. Все, тону. Странно. Грузимся. Ох, прокляни это. Эй, Джеки, что же с тобой, братец? Джеки, давай. Так, куча лодок каких-то военных еще. Куда-то пилить. Так, ладно, хорошо. На лодке? На лодке Амбрелла. Тут... Что? А, рация. На помощь, против нас применено неизвестное биооружие. Дом Бейкер подвергается нападению. Должно быть, эта тварь разгромила базу. Какого хера? О, о, тут джуха. Жесткая. Люди там орут что-то толпой. Отступаем, отступаем. Вот ты где, ублюдок? Пора покончить с этим. Ладно, пошли. О, стрельба там. А, все? Бежали, что ли? Ой, сука. Ну и как у вас много. Это вообще идите в жопу, блин, нахер вы мне нужны. О. А, вот так вот. Это ямба. Это они направились за мной. Четвером.
Что это? О, перчатка. А, перчатка боевитая. Ready for use. Сильный удар левой. Charge complete. Ага. Прикольно. Поехали. Charge complete. Красиво. Charge complete. Её же занесло тебе в головёшку. А, стенку ломать можно. Charge complete. Charge complete. О, да. Боевитая музыка такая заиграла сразу. Может, хотя ты можешь отправить старину Джека на тот свет. Ты же говорил, что вы семья. Ну все, Джек. Плохое поведение проявил. Демонстрирует. Сюда не проходит, да? Видимо. А, просто пойдем сохранимся. И так уже ультимативный боксер с такими этими. О. Зоя Бейкер, 4 класс. А, Зоя. Пытаемся тебя спасти. Так, а, я дядя же ее, ну. Грязнуля. Дядя грязнуля. Так, вот жди в какую-то сторону. А это куда? А, сороконожки, Гриш. Charging. Нет, сюда не пойдет. Charge complete. Charge complete. Ломалась у него голова. Так. Пиздец. Заперт. Тут хоть бы посмотрел ящики с патронами, судя по. Charging. Лёва, где там еще? Кто не вышел? Никто не вышел на поединок. Ладно, хорошо. Charging. Да. Charge complete. Charging. Charge complete. А, с одного. Понятно. Одного. О. Это ямба. А, мне туда и надо будет. Здесь только. О, боксерчик. Идите. А куда у меня все делось? А меня, наверное, все этот забрал. Да не падает. Чуть себе, у меня все забрали, оказывается. Или чулка одна осталась. Хрена. Это подстава. А я шел, собирал, и копии все у меня отобрали. Ну вот. Должен быть где-то впереди. Чё, боксёрчик?
Не сломался. Дат. Мы что, возвращаемся прям? Так, заходим в палатку. Нет, палатка — это вход в дом. Боже, что здесь произошло? Что? Их убили? Чуваки из палаток висят. Чарджи. Мне тут звуки мерещиться начали. А потерянные предметы были принесены в ящик ректора. Так, мы проанализировали образцы ткани Джека Бейкера. Клетки обладают чрезвычайной устойчивостью к любым физическим и химическим повреждениям. Мутамицет серии Е выделяет фермент, похожий на теломеразу. Результат: наблюдается аномальная активация пути ERK с последующим делением клеток, что вызывает быструю регенерацию. Однако деление приводит к нарушению межклеточной структуры, что объясняет тестообразный вид всех образцов ткани. Наша гипотеза заключается в том, что клетки достигают предела Хейфлика. Стоит отметить, что прочие образцы жены Маргариты, сына Лукаса и дочери Зои не обладают подобными свойствами. Потом меняется одного индивида к другому и требует дальнейшего изучения. Ой, блин. О, на него уже рак залез. Существует название продукта МГ-78, разработано для содействия транспортировки тяжелого оборудования, предметов снабжения. Считывает нервные импульсы пользователя для управления приводом максимальной мощностью, которая превышает 50 лошадиных сил. Эффективные амортизаторы снижают испытываемую пользователю отдачу до нуля. Технические характеристики. Так, это вот как раз про... Да, ёпта. Блин, про перчатку. Так, во-первых, вещи давай свои. И бомбы, все метательные копья. Лолом, ветка боксеров. Ага. Так, что у нас? Чё, бомба? Уров, это у нас уже 5,525, 40% не. Что еще? А, металлолом можно. И давай универсальную, нет, давай защиту. Айди универсальную. Все, инвентарь у меня в порядке. Нет? Все, пошли. Завалимся в этот коридор. Just you wait, Jack. Вот увидишь, заберу Зою отсюда и завалимся в особняк. О, а тут уже что-то понаделали, блин. Сейчас Колем, погоди, не ссы. А босс придет, видимо. Зоя! Зоя, wake up! Проснись же, блять. Ну и что ты разорался? Ой. Ага. Ой. О, блин. Помнишь, как дети в нос сломали, когда мы детьми были? Ага.
Блять, взорвешь, нет? О! Че, я же ударить хотел? Последний привет от братишки. От семьи, то есть братишка. Оба! И солнце почему-то. Сразу же. Окостенел опять. Зоя, ты где там? Где Зоя-то? А, вон она. Уж в кристалл превратилась. Зои! Она отъехала или как? Wake up, Zoe. Проснись. Okay? Что случилось? Ты в порядке? Ну все в порядке, не переживай, секундочку. Вперед, вперед. Не двигаться, руки вверх. Вниз. Пустить оружие, сказал Редфилд. Right. Все хорошо. Должно быть Зои Бейкер. Там-то ты кто такой? Крис Редфилд. Крис Редфилд, мы вас повсюду искали. Мы вам поможем. Хэппи-энд, да? Все будет хорошо. Вы кучу народу потеряли. Так-то. Года была заперта с монстрами, они охотились на меня. И верить не могу, что все кончено. Но я же в глубине души не оставались с твоей семьей и любили тебя. Особенно твой папа, даже в последние дни своей жизни. Мы нашли ее, держится молодцом. Да, конечно. Секундочку. Тут кое-кто хочет с вами поговорить. Кто это? Зои! Ну, это слышишь? Это ты? Неужели ты и правда спасся? Мы оба спасли. А, Итан, типа? Ты не забыла обо мне? Я знала, что пришлю помощь, я всегда держу свое слово. Спасибо, Итан. Оба, вот мы закрыли еще одну DLC-шку. Чик, ну и на сегодня все, пожалуй. Пока-пока.